Главное, ни от чего в своей жизни не отказывайтесь. Чем вы больше накопили знаний, компетенций, навыков к настоящему моменту, тем более интересную задачу вы можете получить, и тем больше пользы вы можете принести другим людям. Переходить просто, я здесь поделал что-то, ну, и понял, что не то, и пошел дальше. Вы так будете ходить бесконечно. Вы будете по чуть-чуть начинать и будете откатываться. Я бы рекомендовал не отбрасывать ничего сейчас, а вот просто на самом деле посмотреть, как сопрягаются эти разные аспекты вашей жизни, весь багаж, который есть, как бы пересобрать, организовать и не пытаться делать, что вы делали когда-то, а попытаться сейчас именно сделать что-то для себя принципиально новое. Главное, не говорите «нравится», «не нравится», «интересно», «неинтересно». Знаете, вот я сам нахожусь в конструкции, при которой я много делаю работы, которые неинтересны, потому что я уже делал это 150 тысяч раз. Но иногда нужно, как бы, если бы я просто сказал: «извините, дорогие друзья, все, доктор Курпатов закрылся», вот, сейчас с вами будет разговаривать исключительно специалист по антропологии будущего. Вот. Но мне, может быть, было бы и прикольно, но количество помощи, которая и результативность моей деятельности, она была бы существенно ниже.